Всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр, и эта игра у нас Sekiro Shadows Die Twice, то есть тени умирают дважды. Да, это игра про одного самурая, называют его одноруким волком, или волком, который будет гнаться, будет идти против всех, убивать всех подряд и пойдет искать своего господина. Секундочку, я тут настрою кое-что. Ну что ж, давайте нажмем на новую игру и посмотрим. А что это такое? Настройка камеры. Я нажал на новую игру, а мне дают настройку камеры. Стандарт. Допустим, я пока ничего такого не знаю, почему мне это сейчас дают. Ну, я вам показываю, как это у нас все включается. Окей, сохранить настройки по умолчанию. У нас уже стоит. Сохраняем. И погнали, друзья мои. Наверное, было слишком громко в начале, но я надеюсь, что вам понравится. На закате периода Сэнгоку Япония была охвачена нескончаемой войной. Пламя сражений все бушевало. Оно добралось и в горы, в земли Асина. Это, наверное, было больно. Это было очень больно. А война окончена? Он здоровый. Вы начальника Тамуры больше нет. Мастер меча устроил кровавый переворот и захватил власть. Вот и конец войны. Или просто конец сражения. Так, пацанчик взял меч. Это хорошо. Нихера себе, блин. Только дотронулся. В чем дело, бродяга? Тебе уже нечего терять? Круто. Впечатляюще. Пойдешь со мной, голодный волк. В тот день молодого волка забрали с поля боя. Он упражнялся без устали. Действительно стал отличным синоби. Или синоби. Слушай меня, волк, никогда не забывай. Кодекс синоби. Я твой отец, и потому мое слово закон. Сразу за ним следует слово твоего господина. С этого момента твой господин он. Защищай его, не щадя своей жизни. Если он попадет в плен, освободи любой ценой. Ты ведь понял меня? Не так ли, волк? Ага, окей. Как я вам и обещал, мы будем, короче, защищать своего господина. Вот такой вот у нас получается самурай. Почему в описании называют «прошло 20 с лишним лет с той поры, как Исин захватил власть, находился на грани распада, кто-то там». А Синоби по имени Волк потерял все. То есть это и того, кто его усыновил, и мальчика, которого поклялся защищать. С
Шинобио. Шинобио. Не замечайте. Откройте глаза. Ради своего господина. Это уже игровой процесс. Чувствуется прям как упал предмет. Не из заставочки, а чуть не ли из игры прям. Почему его называют одноруким волком? Я не понимаю, у него одна рука будет? Или... Да, вроде все есть, две руки, как бы, все нормально у него. Если я не ошибаюсь. Не, все нормально. Только, правда, у него руки такие длиннющие, прям офигеть. Вот у нас и геймплей, друзья мои. Какой ты шустрый, нихера себе. Нормально. А почему так мало жизни? Что мы можем? Взять... В смысле на X? Какой X? А, так это у нас портовая игра, блин. Ее портанули с этого. С... Xbox'а или с Sony'ки. Странно, X у нас не работает. Очень странно, сейчас придется разобраться. Меню снаряжения, быстрый доступ к предметам в меню снаряжения, бла-бла-бла. Закрыть, как тебе закрыть? Как оно закрывается? В смысле, куда? А что не закрывается? На что нажать? О, escape, окей. Да, видно, вот у нас список предметов, которые у вас есть. Приведем в меню инвентаря. Категории выбираются с помощью LT и RT. Само собой, блин, а какого хрена LT и RT, если у меня... Я на компьютере сейчас играю, погоди. Сейчас, настроечки, настройки игры, настройки камеры, изображение управления, настройки управления. Да, красиво, очень красиво, я все понимаю. Я сейчас играю с компьютера, как бы с клавиатурой и с мышкой. И причем тут джойстик, я не понимаю. Настройки клавиш, настройка... О, это? Опаля, а вот оно как, клавиатура, мышь. Есть контакт, друзья мои, контроллер. Вот, сохранять нужно? Наверное, на окей? Не, выйдем. Есть! Взять предмет. Письмо, брошенное в колодец. Волк, служащий Куро. Нормально. Твоя судьба ждет тебя в лунной башне. Выберись из колодца и найди башню, залитую лунным светом. Туда можно пробраться даже без оружия. Передвигайся неслышно. Будь начеку. Окей. Будем передвигаться. Письмо с орнаментом. Прыжок. Вот. Нормально ты прыгаешь-то, парень. Так, спрыжок по стене, несколько раз нажать. Там было что-то? Погоди. А, там лесенка была. А чё так много FPS-то, я не пойму. Может, можно еще повысить? Все. Сейчас, мне кажется, даже еще лучше поднял по максимум. Вообще максимум. Куда нам идти-то? Карта или что, типа этого есть? Нет, карты нет. Хорошо. Мы типа можем там упасть. Прижаться хорошо, ВСД перемещение. У нас очень мало жизни. С левой стороны у нас показан экран жизни. Это очень плохо, что у нас такой слабенький. Что такое было? Отойти. Я держу сейчас кнопочку Е. А как? А, вот так отойти, отлично. Присев и приучиться, приводится под полом, можно не глаза. Сейчас у вас нет меча, была избегайте врагов. Если у вас вот заметят, то все, короче, хранты. Хорошо. О, так вот они рядом прям. Вы меня не видите? Какой разговор? Чёха, что такое? Меня заметили? А ты можешь бежать? Не-не, давай спрячемся. Все? Все, заметили, да? Не? Нормально. Подслушай, давай. Дверь в лунную башню. Ты проверил, что она заперта? Она, конечно, заперта. Там ту дыру в стене так никто не заделал. Дыру? Не переживай. Она на самом краю утеса. Через нее никто не пройдет. Так, погоди.
Сюда как бы я тоже могу вроде попасть, не? Не, давайте все-таки край утеса проверим, что у нас тут с краем утеса. О, у края ухватывайся за край. Давай. Отлично. Кстати говоря, эту игру сделали разрабы, которые сделали игру Dark Souls. Это студия From Software, вроде говорят, да? Сделали... Давай-давай, прыгай. Залезь наверх. Отлично. Игру Dark Souls и Bloodborne. Вот такая вот у нас игра. Я ни в Bloodborne не играл. Ни в... А чё я упал? Я не понял. Ни в Bloodborne не играл, ни в Dark Souls не играл. Поэтому я их не знаю. Но надеюсь, что... Ты не хочешь туда нормально как-то пробраться, не? Это какой-то другой нюанс есть. Которого... С шифтом, может? Ага, понял. А, подпрыгнуть. Space, E в прыжке у края ухваты. Да, это понятно. Скорее всего так, да? Давай-давай, погнали. Так что будем смотреть. Скорее всего, она по-любому похожа на игру Dark Souls. Раз разрабы сделали и то, и то, да? И ту игру. Блин, я смотрю, у меня полностью на максимуме вся графа и кадров моря. Погоди, как? Куда? Сюда? Понял. Понял. Все, короче, что подсвечено, нам, значит, надо сюда. Отлично. Там девушка. Красиво. Пока что красиво. Давайте посмотрим, что будет дальше. Заставочка будет дальше. Девушка. А, девушка. Я рад, что ты пришел. Как давно мы не виделись, волк. Я пришел освободить вас. В смысле, господин, это что, пацан? Ну тогда. Ой, а, ну он же пацан, можно нормально говорить. Ну я прям думал, что это девушка. Ты в невесомости, что ли? Что у тебя хвостик так торчит? Он как будто в невесомости. Кусабимару. Ты во меч. Катанада. Вага-синоби-йо. Мой синоби. В соответствии с клятвой господина и слуги. Ты посвятишь свою жизнь служению мне. Ну это же пацан. Надо так вот говорить. Кёй. Я повинуюсь. Кёй. Кстати, прикольный момент такой. У нас по умолчанию игра на японском. Получено достижение. Почитаемый... Чё? Клинок. Ага, это сверху было. Кусабимару. Меч, дарованный вам Кура, это реликвия Хирата. Ветви рода Осина. Меч считался потерянным, но теперь оказался во владении волка. Волк — это мы. Имя меча Кусабимару. Напоминает владельцу долг синоби. Кстати, синоби, синоби или вообще шиноби? Потому что они вообще шиноби как-то, ну как-то по-другому надо услышать и понять. Убивать, чё? Напоминает владельцу долг синоби убивать, ага, убивать. Но даже он не должен забывать о милосердии. Девиз, воплощенный в самом его клинке. Хорошо. Так, поговорить. О чем? О, камио. Верный волк, я вижу, ты ранен. У меня кое-что есть. Это может пригодиться. Это особая фляга с лекарством. Лечи им свои раны. Сделанная из высушенной тыквы фляга с лекарством, восстанавливающая запас жизни. При отдыхе уровень лекарства во фляге восстанавливается. О, круто. Сделано ученым, непонятно как именно, но восстанавливается лекарство. Хорошо, то, что восстанавливается, это вообще круто. Слушай. А потом после... Ты был сильно ранен? Это вопрос. После чего? Ты не помнишь ту ночь? Нет. Хой. Будем знать, что хой это нет. Поговорим об этом потом. Сейчас нам надо выбраться из замка. Конечно. Как скажете. Под мостом через ров есть тайный проход. Он выведет нас из замка.
Господин Исим мне как-то о нем рассказывал. Я прошу тебя найти этот тайный проход. Как только ты его найдешь, мы отсюда... подай мне сигнал. Тростниковым чудо дам, как раньше, помнишь? Копитона. Как только услышу свисток, прибегу к тебе. О. Такс. Вы можете переключаться между предметами из быстрого доступа, в зависимости от боевой ситуации. Например, получив урон, можно использовать флягу с лекарством, чтобы восстановить жизнь. R – использовать предмет, CX – переключить предметы. CX, ох ты же, очень странно. Сколько говорить можно? Так, погоди. Что у тебя тут еще? Че он такой дерганый? А как? Мне же дали меч. Погоди, инвентарь. Escape. Заблокировано. Это у нас заблокировано предметы из быстрого доступа. У меня же меч есть. Вот он, инвентарь. Фляга с лекарством. Идол не использовать. Фляга с лекарством тоже не... А как? Куда тебя засунуть-то? Ключевый. Короче, C и V я вижу здесь, а не C и X. Кусабимаро. А как тебя воспользоваться тобой? А давай вот так вот, C. Да нифига не переключается. Что это такое? Сейчас глянем еще раз. Кстати, флягу же можно использовать. У меня хп мало. Погоди. Где ты была? Фляга с лекарством. Давай. Можно. Забирай. А быстрый предмет? Что ты сейчас сделал? Окей, у нас только одна фляга была, да? Инвентарь не хочешь открываться? Нет, все через escape. Хорошо. Да, фляги больше нет. Идол возвращения. Нам он... А что он даст? Погоди. Карманная статуя. Она вырезана из дерева. Может использовать многократно. Волк хранит ее... Короче, давай. Что будет? Не, пока не надо, значит. Пока что не надо. Хорошо. Идем дальше. Я знаю, там двери есть. Сейчас посмотрим, что у нас тут еще есть. Что-то какая-то дерганая такая у нас картиночка. Ну, не то, что дерганая картинка. Он так дерганно себя ведет. Взять предмет. Дрожжи. Лечебная дрожжа постепенно восстанавливает жизнь. Тайное лекарство, секрет которого бла-бла-бла-бла. Коробка с этим дрожжи служит также и боевым амулетом. Хорошо. Постепенно восстанавливает жизнь. Да, запросто. Могу я это дрожжи взять? Чего ты там хватаешь? Я так и не понял, как у нас быстрый слот работает, но допустим, пока что будем так. Давай, пусть нам восстанавливает по чуть. Какой-то звук. А, это мы сейчас лечимся, понял. Еще можно взять? Нет, нельзя. Потихонечку восстанавливает нам жизнь. Окей, погнали. Нам нужно сюда выбраться, это наша цель, да? При что? Прижаться. Отойти от стены. Хорошо. Такс. Концентрация и смертельные удары. Цель синоби в бою — разрушить концентрацию врага. Это может сделать в том числе атакуя его. Лишившись концентрации, враг становится уязвимым для смертельного удара. Атаковать — левая кнопка мыши и также левая, лишив врага концентрации, выполнить смертельный удар. Ага, вот у нас... Включить, выключить захват цели. Ага, даже так, даже, да? Давай. Ха! Херак! Вот так вот. Ой, как это громко было. Здорово! Ой, я как блок. В смысле? Я типа так притворился, да? Нифига себе, у них тут удары. Смертельный удар врагу, лишенному концентрацию. Концентрации. Что-то оно все уже. Этот, парнишка, чувак, давай, я как бы все. Да, я понял. Под мостом, через ров там какой-то, давайте. Короче, сначала надо найти этот проход, гребаный. Ну, само собой, всех, наверное, убить сейчас надо будет. Такс, иногда одним
о них лишь атак недостаточно, чтобы разрушить концентрацию врага. Отражая атаки противника, вы тоже нарушаете его концентрацию. Опытный синоби будет сочетать защиту и нападение, чтобы быстро победить. Во время вражеской атаки отразить, это понятно, само собой. Ты как-то не попал, чувак, давай, бей. Во! А, можно было атаковать, понял? Нет! Давай-давай. Учимся, почему камера сверху? Есть, отлично. А ты что еще с тебя можно сделать? Если вы выполнить захват цели и все время держать врага перед собой, вам будет куда проще атаковать его, отражать его атаки и выполнять другие приемы. Захватить, отпускать цель, понятно. При захваченной цели сменить цель. Ага. При захваченной сменить цель. Хорошо, будем знать, на что нажимать. У меня что, реально всех убивать надо, да? Давай! Давай! Ну, давай! Есть контакт, следующий. Отлично, мощный удар, очень мощный. А что за мост-то? Ты не успел, парень. Ты не успел? Нифига не успел, сейчас я выброшу. Ой, это в меня попали. А почему, чувак, ты ждал? Очень странно, почему он ждал. Надо было как бы помогать своему другу. Командир Синегори Ямаути. Отразив атаку противника, можно сразу же контратаковать. Так вы снизите концентрацию врага, не дав ему время восстановиться. Да, восстановиться во время жестокости, отразить атаку. После сражения, это понятно. Сейчас сделаем. Оу, попал. В смысле? Только не убивай, чувак. Я еще жить хочу. Но мало хп у меня. Ой-ой-ой-ой-ой. Первая смерть, друзья мои. Давайте посмотрим, как это будет и что будет после этого. Блин, слишком громкая игра, мне кажется. Так, с предмет из быстрого доступа CX. Че, серьезно? Сначала? Да ну. Это у нас скрытая атака была. Есть контакт. Мы уже обучены. Падает, падает. Чувак, здорово. Но! Иди сюда! Шикарно! Следующий. А про какой босс говорили-то, а? Давай, давай, иди сюда. Ой, попал говнюк, блин. Да, уйди, 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 уйди. Ой, это надо было контратаковать, а я что-то затупил. Шикарно. Идем к цели быстренько и... как бы с опытом, уже с опытом. Ну, иди сюда. Это он в меня попал? Говнюк, а? В игре можно переключаться между разными предметами и в быстром доступе. И использовать их с... Я музыку сделаю потише. С ситуацией так. Например, получив урон, можно восстановить жизнь, используя флягу с лекарством. R. Ага. Понял? R. Нифига он там не использует. А, он все-таки пробивает, я понял. Проблема в том, что он пробивает. Забудь. А могу вот так вот? Давай. Пока разберусь, сделаем вот так. Давай, 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 давай!
Отлично, короче, можно уворачиваться, я понял. Ага, сейчас. Размечтался. Так, я не понял пока что с концентрацией. О, попал в меня. Как у него концентрация работает? Сверху, походу, концентрация. Давайте разберемся. Концентрейшн. Отлично. Давай, 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 давай. Есть. Еще. Смертельный удар по сильным врагам. Некоторых сильных врагов можно убить лишь несколькими смертельными ударами. Количество смертельных ударов, необходимое, чтобы убить врага, показано красными кружками над шкалой его жизни. А, это я понял. Да я не успею. Так, секунду. Где эта гребаная музыка? Не вижу. Фу, сделал игру потише, чуть потише. 5. Было 6. Давай на 5, отлично. Блин, хп мало. Очень мало хп. В инвентаре у меня больше ничего нет. Идол. А что идол делает еще раз? Да и похер. Поднимайся! Блин, идол, блин. Да, не знаю уже какой раз уже пытаюсь, но все-таки давайте мы попробуем с ним сразиться, друзья мои. Не-не-не-не-не, нельзя так, нельзя. У него меч больше, длиннее. Да он сам, чувак, пошире. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Давай. Тихо. Не надо. Не так сильно. Секундочку. Это у него концентрация такая, да? Воу! Попал в прыжке, блин! Уа! Блин, ну как в тебя победить-то, а? Заколебал-то. Стой. Ушел. Блин, хп прям очень мало у меня. Мало жизни. Собака. Опять же, одну жизнь я ему снял, но у меня очень мало жизни. Очень мало жизни. Ну, давай. Контратаковать. Ушел. Сука. Так, еще раз одно хп мы снимаем ему. Но мне дает он один удар, и мне трындец. Но я попробую. А я все-таки попробую выдержать. Это он не пробьет? Не пробьет. Тихо. Давай, чувак. Давай, иди сюда. Иди сюда, говнюк. Все эти секиро-хикиро сейчас замучу. Есть. Блин, контратаковать надо было. Но далеко было. Воу. Говнюк, блин. Сколько раз я это уже прохожу? Офигеть. Я вообще сейчас пробежал просто и собрал тут всех, короче. И меня убили, да? Да, так тоже не пойдет. Так, отлично, с этими разобрались. Сейчас у меня полное хп. Немножко качаемся. Напрягаемся так, чтобы мы его победили. Все, молчу. Ага, молчу. Не помогает молчать. Надо валить его. О, отлично. Да держи его удар, блин. Не, эта игра не для слабонервных. Сразу предупреждаю всех, кто у нас не любит такие вот игры проходить по нескольку раз. По 100 раз то же самое. Как ты пробиваешь, блин? Да. Трындец. А, кстати, он упал. Надо было его... Первая жизнь уходит. Отлично. Отлично. Держимся. Ушел. У меня очень мало здоровья. Очень.
Вот сейчас у него полная концентрация или как? Я не пойму. И спадает сейчас, да? Пошел! Уйди, 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 уйди. Офигеть, жестко, жестко, очень, очень жестко. Я серьезно говорю. Он медленный, базару нет. Но это первый гребаный босс, блин. Первый, я с ним не могу сразиться, не могу с это справиться. Давай! Есть! Говнюк! Собака! Вот так тебе. Лечебные дрожжи постепенно восстанавливают жизнь. Тайное лекарство, секрет которого, вот это мы знаем. Нам, походу, дали. Секунду, у меня тут... Я понял, как это работает. Дрожжи, так, фляга с лекарствами это есть. И дрожжи это у нас вот здесь. Давайте мы... Вот так вот это делается. Вот таким вот образом, да? На первый слот у меня это будет. Давайте дрожжи. Воспользуемся дрожжами. Отлично. Вот так вот. И потихонечку мы это восстанавливаем. Я очень надеюсь, здесь какая-то сохранялочка будет. Надеюсь, что здесь реально игра сохранится. Не открывается с этой... В смысле? С этой стороны не открывается. Мне куда сейчас идти-то? Пригоршня пепла. Комок пепла можно бросить во врага. Отлично, чтобы отвлечь его. Зима. Зима в осенне очень снежная, и поэтому в очагах была. Это хорошо, но я их взял, да? Их надо брать на инвентарь, то есть в инвентарь, вот так вот. Бросить во врага. Хорошо, я уже вижу, куда идти надо. Но-но-но-но-но-но-но! Давай, еще раз. Может туда, может можно? Че я парюсь? И сейчас куда? Ну вот сюда вот, отлично. Прыжок по стене плюс Е при прыжке по стене. Отлично. Куда я вообще иду? Там крыса или там чувак работает? Я немножко не понимаю. Это вообще плохой? Охренеть, монстр, блин. Реально какой-то монстр. А сейчас куда? Я понимаю, с этой стороны не работает. Что-то там. А что делать? Нам, по идее, туда нужно, мне... Мне кажется, нет? Как бы... Не, здесь у нас не получится. Давайте поднимемся тогда с другой стороны и пройдем через этот маленький мост. ХПшечку. Восстановить. Есть контакт. Погнали. Вроде так. Спускаться мне не для чего. Спрыгнуть? А, все-таки вниз надо. Давай. Дрожжи, это мы знаем. Постепенно восстанавливает здоровье. Могу свалиться, могу умереть. Не умру? Не, нормально. И? И что за хрень такая? Крокодил, блин! Ты что давлят? Крокодайл. Что-то там ползет еще за мной. Да, там еще один крокодил. Не-не-не-не-не, держись, держись, парень. Вижу. Я не пойму, правильно ли я... А нихера неправильно, мне туда надо было. Доберусь я туда, если вот так вот спрыгну. Побежали. Не, я туда не доберусь. Надо будет обратно карабкаться. Понятно, и сюда мы не допрыгнем, да?
Не? Не-а. Да, не, не надо было, короче, сюда падать. Понял, нам надо обратно. Можем подслушать. Ты знаешь про тайный проход на дне рва под мостом? Нам как раз приказали охранять его. Не дают покоя охране. Скоро быть в войне. Такс. Хорошо. Давайте карабкаться все-таки. Нам все-таки туда, наверное, надо. Да, я должен туда упасть правильно, не так, как я сделал. Очень неправильно я туда упал, но сейчас у нас будет. Не надо было падать прямо вниз, это было ошибочкой. То, чего нельзя было допустить. А вот сюда это все прекрасно. Похоже, что это и есть путь из замка. Вызвать Куро тростниковым свистом. Нет. Я что-то здесь хочу еще посмотреть. А, там у нас не подняться. Здесь можно упасть. Да, завершаем. Отлично. Путь прочищен, и она проходит... Он проходит. Это парень, блин. Но выглядит как... Как девочка. Чё это за парень такой, который выглядит как девочка? Я не пойму, блин. Ты нашел выход. Конечно, волк. Волк нашел все. Теперь... Давай уходить отсюда. Дюй. Да, господин. Дюй. Дюй. Вот так вот. Друзья. Подумай только. Это единственный способ избежать проклятой судьбы. Да, вот как-то вот так. Так что на этом давайте мы с вами завершим, потому что все-таки 37-я минута записи. Мы завершаем. Если вам все понравилось, если вы хотите продолжение, не забудьте поставить палец вверх, подписаться на канал, само собой. И, конечно же, написать свои советы, что я делал неправильно, что можно было сделать получше. Ну, а я с вами прощаюсь. И не забудьте, чем больше лайкосов, тем больше видосов по определенной игре. Всем удачи и всем пока. Но игра непростая. Очень много было вырезано. И первый босс гребаный, но трудный. Так что учитывайте, если покупать будете, нервишки придется немножко это вот потратить. Пока.